Вот еще одна история, которую рассказывали новости 41-го, закончилась, увы, трагически. Школьница, которая продавала букеты, чтобы собрать деньги себе на операцию, скончалась в больнице. Саша Белозерова, которой требовалась срочная пересадка костного мозга, должна была ехать в Израиль через несколько дней. Напомню, деньги на лечение рака крови Саша решила накопить сама вместе с мамой в палате онкоцентра. Она делала букеты из конфет. Тогда девочки рассказали, кажется, все журналисты. И благодаря резонансу за полтора месяца Белозеровы собрали 14 миллионов на операцию. Половину пожертвовал уральский предприниматель. Но девочка ее не дождалась. С каждым днем ей становилось хуже, и из-за метастазов она ослепла. Ее временно ввели в состояние комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. А когда до вылета в израильскую клинику и спасительной операции оставалось всего несколько дней, болезнь победила. Похороны Саши состоятся уже завтра, а все собранные средства мама девочки решила передать другой страдающей от лейкоза 10-летней девочке.